Народ, всем привет! С вами снова канал «Училка физкультуры в Эмиратах», и мы с вами снова в арабских ароматах. Сегодня мы попали в гости в магазин «Ибрагим Эль Кураши» в Ахдамоле. Именно Ибрагим делает самые крутые ароматы и духи из семьи Эль Кураши. Вообще, вы можете встретить много магазинов Эль Кураши в Эмиратах, но именно Ибрагим из них самый крутой. Поэтому ставим лайк, комментируем, подписываемся, чтобы не пропустить новые видосики. Идем нюхать, идем смотреть. Погнали! А вот рядом, в 10 метрах, как раз магазин его брата, Абдул-Самада Эль Кураши. Но сегодня мы туда не пойдем. Сегодня у нас цель именно посмотреть ароматы в Ибрагиме Эль Кураши. Какие красивые бутылочки вообще. Класс! Балас Роуз, Балас Роуз. Сапфир Леде. Вот это, слушайте, боксики мне вообще очень нравятся. Я хочу с ними просто вот поиграться. We are from Ukraine, but we are resident, we work in Eline. We came from Eline. Вау, Emerald Wood. Изумрудный ут. То есть Наташа сначала попросила на вот эти вот картонные бумажки, на блотеры, как она говорит. Вот все ароматы, которые у нее в телефоне, которые она собирала, про которые она читала. Вот какой-то уже не понравился. Так, еще раз, сейчас ты будешь рассказывать, буду тебя спрашивать с первого. Наташа, этот вот роза, скажи, чем пахнет? Bella's Rose. It's flower. Цветок, муск. Муск, жасмин и цветок. Ага, ну Наташа говорит, потрясный запах, нравится. Как обычно, я не нюхаю, чтобы не портить впечатление. Это второй черный сафир, кожа сафира, сафир, сафир лезер. Ут, это строгий ут такой. Ут with leather, ут с кожи. Ой, я представляю, как там запах, наверное, жестковатый. А этот? Это цитрин. Цитрин, цитриночка. Очень хороший запах. То есть вот... Yes. Красный и желтый очень нравится. Этот вот черный жестковатый ут. Вот мужчина спрашивает, я ютубер, говорю, да, да. Он спрашивает, на арабском у меня будет ютуб? Говорю, нет, конечно. You know, nobody knows. Наташа рассказывает, что многим интересно, но не все же понимают, не все же знают, как зайти попробовать. So now we will make you famous. We will make your store famous. Говорю, сделаем ваш стор знаменитым, не вопрос. Так, Emerald Wood, говорим. Я не знаю. Наташа не знает, но я нюхать не буду. Мне очень нравится зеленая бутылочка, но вот... Ну это ут, но он Emerald как переводится? Изумруд выходит. Ну, такой не стронг, но вот и не фонтан, я так понимаю. Вот этот вот, расскажи мне про вот красненький. Вообще, как он называется, можешь ко мне название повернуть? Он арабским написан, я пока такую вязь я не читаю. Он очень приятный. What the name of this? Сандал. Сандал. Как сандаловое дерево. Да, я даже, кажется, запах почувствовала. Вот Наташа держит блотер, и вот я просто почувствовала запах. Ну вот пока очень нравится красный Балас Роуз и цитрин Амбер желтенький. Все, Наташа уже два убрала. Эти нет, не нравится. Это сладенький. Боже, какая помпочка. Эль-лю-лю. Да, я даже прочесть могу это. Эту вязь я могу прочесть. Лулу значит перлина.
Жемчужина. О, этот красивый, этот что такое? Аз? Эль-Хель. Эль-Хель. Хель? Говорит, Амберс Хель. Что ж такое Хель у нас? Ну, давай, Наташа, угадывай, запах это твое. Ну, чтобы вы понимали, Наташа приготовилась, у нее в телефоне куча запахов. Сейчас мужчина нам скажет, что такое эль. Кардамон. Кардамон. То есть уц кардамон. Вот этот вот такой вот с очень красивым, сказала, с деревом наверху. Дерево как вязь. Это уц кардамоном. Вот это да. Слушайте, коллекция просто классная. Само оформление, сами бутылочки. А это что ты взяла сейчас? А ну расскажи мне. Ой, а последняя бутылочка ничего не напоминает? Шалимар напоминает. Как последняя бутылочка на шалимар похожа? Гарлин, вам не икается? Какой именно вкусный? Асалах. Асалах. То есть бутылочка, которая похожа на шалимар, называется асалах. А вот это? Кесралаут. Кесралаут. Ут, это такой чистый ут? Вон, видишь, там еще ут в середине. А, понятно, все. Ут в середине. Смотрите, ут в середине. Ага, так. А близ здесь, вот здесь. Тут еще какие красивые ароматы под стеклом, бутылочки и названия. Ну, тут половина названий Наташа уже вытащила на пробу. То есть вот эти вот мы как бы отставили. А вот еще один аромат появился. Что ты взяла? Попробовать два аромата. What is name? Эль-Ушут. Эль-Ушут. It's from which? Which component there? Maybe cardamom. It's Arabic. Strong Arabic. А last one? Шейха. 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 Look like Шахризада, but Шейха. Да, но Шахризада это одни духи, а шейха это совершенно вторые. Так. Это духи конкретно Ибрагима Эль-Кураши. Пока вам покажу магазинчик. Продавец хотел убрать, Наташа говорит, не-не-не-не-не-не, все нравится, все нравится. Дайте я покажу кого-то вам. Вот все масла, все уды, это просто шикарно. И продавец очень приятный. Не надо было дважды просить делать видео, сказал не вопрос. Потом спросил только блогер ли я, но не испугался, наоборот, все нормально, снимайте. Такая красивая под золото. Уберу сейчас салфеточницу. Шалимар просто шалимар. Это, смотрите, какая красота, это мыло. Муск, нет, это муск. Это муск такой вот, он рекламируется как мороженка. И это муск. Боже, какие цвета. И конфетки, и гранаты, зеленый паудер называется. Дальше есть муск. Ибрагим Эль-Кураши фирменный такой в золотом цвете. Персиковый, ванила и шугар сахарный. Sorry, from this musk, what we can do? Look like soap? Decoration only? Я думала, это продают. Это только декорации. Я думала, такое мыльце симпатичное. Вот на подарок, на сувенир, конечно, коробочки и сами духи. Раз Наташке понравилось, очень красивые. Очень. Но опять-таки нужно знать вкус человека. Ну вот снова показываю. Ну разве не шалимар? Бутылочка просто шалимарская. Ну
Но вы понимаете, что ароматы в этом магазине не кончаются. Вот, кстати, только сейчас вижу ут. А помните, когда мы делали в Иляйне в магазине Arabian Ут, там была просто целая куча уда. А здесь уда совсем немножко. Зато много масел и других ароматов. Это вот, по-моему, то, что нам и понравилось. Красная и желтая бутылочка. Вот Наташа уже учит человека русскому языку. Red. Вот. Выбираем, учим языку. Ахмар. Red. Ахмар. Red. Ахмар. Green, ахдар, ахдар, yellow, азрак, асфар, and blue, азрак. See, I know, white, абьят, and yes, and black, асфар, black, асват, 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 да. Thank you. Вот и арабский повторю чуть-чуть. Ну что, Наташа? No, it's first for choice. For choice. То есть, как он называется? Еще раз повтори. Аль. Который копирует шалимарчик. Сейчас скажу. Аль-Асалах. Аль-Асалах. Асалах. Да? Асалах. Аль-Асалах. Так а что этот мозг делает? Вот объясни мне, что это вот такое? No, it's not. Что это вот? Это мозг. Аромат. Туалетная вода. А Пичи и это. Я поняла. Для декораций были те штучечки вон. Да. Которые. А сам мозг, он действительно есть. Понятно. Это тоже такой аромат. Напутала чуть-чуть. Значит, еще раз смотрим. Эти вот кучки, конечно же, это декорации. А вот коробочки с муском, это муск. Это муск, тоже здесь делаются из него духи, тоже наносится на тело, а тоже есть приятный запах. Вот мужчина все пытается забрать у Наташи коробочки, она все тянет обратно, в общем. Ой, сколько людей гуляет, все довольны, сегодня пятница. Ой, а вот смотрим, как красиво, как производство, как производят, наверное, как реклама, как производятся ароматы. В общем, Ибрагим Кураши – это действительно один из лучших магазинов и один из лучших фирм, где делаются ароматы, арабские ароматы. Вот остались у нас победители. Помним, нам нравились желтый и красный. Теперь остался зеленый эмеральд, насколько я помню. Роза красная. И что это такое? Ну, шалимар дальний, да? И третий, что это такое? Это Аль-Асалах. Хорошо, Аль-Асалах четвертый. И третий у нас что? Какой стоит? Вот, жду. Sorry, repeat, please, the name of third one. This one? Yes. Кесар Аляут. Кесар Аляут. Кесар Аляут, окей. В общем, вот четыре у нас. Уд спрей. Уд спрей. Уд with зафаран. Угу. Зафаран? Уд with зафаран. Что-то знакомое, зафаран. Иналяет суп зафаран. Таша говорит, у нас в Иляне рынок за зафаран. Иран и зафаран. Ну, Иран и зафаран, надо red color. Look like paper? Может, это вот зеленое, то, что я не люблю, как его? No, not spicy. Zafaran. Only color. Color. В общем, выясняю, что такое зафаран. Вис круэсан? Yes, чуя, вино, бириани. Мы любим курочку с рисом. Шафран. А, шафран. Ву, ут с шафраном. Дошло до нас, что такое зафаран. Иран.
Вот так вот. Сейчас будем выбирать победителя. Спросили про цены, и милый мужчина ушел. Я начинаю беспокоиться уже. А, нет, с калькулятором идет, все хорошо. How many, what the size, milliliters? 100, 75. Ага, значит, 100, 100, и вот эти вот 75. This one, 147. Okay. 147. This one, 152 дирхама с половиной. 162 с половиной. И эти два последних 162 с половиной. А it's price half, yes? You told it's 50, so it's 50, yes? 50%. То есть 50% у нас. 50% скидочка, сколько они стоили, умножаете на 2. То есть, а если за все 626. А вот тут открылась дверь, и мне молодой человек показал, что тут есть такой зал, я так понимаю, зал... It's VIP, VIP. Нас сюда пускают. Наташа, да заходи, я тебя сниму. Как-то он улыбается так подозрительно, что он хочет нас запустить и нас здесь оставить, по-моему. Ух ты! Какой зал здесь шикарный. И показывает, где шафран. Угу. Ну, у меня такая аллергийка немного на это, поэтому я не нюхаю. Very, very expensive. This one. It's not good. No. No. Круто. Такое место действительно для VIP-персон. Наверное, мы блогеры в какой-то мере VIP-персоны для некоторых людей, но очень приятно. Нас в такой лифт запустили. Открыли его с такого сигнализационного ключа, похожего на ключ от машины. И здесь действительно хранятся самые дорогие ароматы. Вот Наташа нюхает за 8000 ут. Надеюсь, она получает от этого удовольствие. Оформление красиво. Ой, 15000. Кинг Абдала. Чем король Абдала стоит 15000. А, из Камбоджи, это уд из Камбоджи. Чем такой, говорят, пьюр уд, конкретный такой вот, неразбавленный. Так что, если когда-нибудь попадете в Эльвахдумол, в магазин Ибрагим Аль-Кураши, попроситесь в этот кабинет и понюхаете удик за 15000 дирхам. Круто. Ну что, вот мы уже выбрали духи, нам их упаковывают. А вы постарайтесь угадать в комментах, какие именно ароматы мы взяли, потому что следующее видео будет распаковка ароматов. Ставим лайк, подписываемся. Всего вам доброго.